Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, обязательно на него подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народу участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов в CSGO, мы разыгрываем еще и ключи на игры. Каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на, оказывается, картофельное пюре от Биг Бона тоже присутствует в магазине. Собственно, я его приобрел. Ну и, собственно, сегодня будем его тестить. Картофельное пюре с сухариками, соус с жареной курицей. Ну да, все правильно. В общем-то, ну, как всегда красиво, как всегда брутальненько. Не знаю, сразу упаковка приметилась в глаза. Упала в магазине без названия, в прямом смысле этого слова, за 55 рублей. Вроде так оно стоит. 50, да, 55, все верно. Так, масса у нас 60 грамм. Что тут есть еще интересного? 350 грамм готового блюда. Соус внутри. Так. Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда. Пюре картофельное с сухариками и соус с жареной курицей. Там что-то внутри присутствует. Бренд Биг Бона принадлежит компании Meriwen Food Central. Данная компания владеет, помимо бренда Биг Бон, еще и брендом Rolled. И недавно вкусно и выгодно Петра тоже им владеет. Собственно, так скажем, конкуренты, конкурент для доширака на рынке быстрого приготовления продуктов. Так, способ приготовления. Высыпьте пюре картофельное. Нифига себе, это работает как. Высыпьте пюре картофельное в стакан, налейте 290 мл кипятка и перемешайте. Накройте крышкой и дайте настояться 3-5 минут. Добавьте в пюре соус, перемешайте, блюдо готово. Приятного аппетита. Нифига себе, так это получается что-то новое, что ли? Блин, ну-ка давайте быстренько делать. Ну-ка, давайте быстренько смотреть. Блин, упаковка очень красивая. Нифига себе, серьезно? Охренеть, вы это видели такое? Это офигеть как. Просто зацените, здесь картофельное, вот это вот, порошок этот картофельный. Это, я даже не знаю, крахмал, что ли, называется, я не знаю. Картофельный. Так, давайте, в принципе, разрезать. Тут, в принципе, как видите, все пусто. Так, есть линия, куда наливать. Вот, видно вам или нет, но там есть линия внутри. До какого объема наливать надо? В принципе, пахнет картошкой. По сути дела, тут намного больше, чем какой-нибудь доширак или ролтон. Объем. Объем картошки. Да, 100%. Здесь намного больше блюда. Блин, нифига себе, Биг Бон. Черт. Красавчики. Так, а соус мне интересно знать какой. Интересно будет посмотреть тоже. Давайте заливать. Так, перемешка тоже нужна. Да.
Все правильно. О, по запаху это вроде напоминает Ролтон. Вкусно. Блин, по запаху очень вкусно. Блин, ну получается, вот этот Meriven Food Central обогнал доширак. Получается, что так? Так, сейчас главное перемешать хорошенько блюдо. Блин, я уже ощущаю эту вкусняшку. А мне интересно, соус какой? Доширак, наверное, когда-нибудь тоже так сделает. Либо выпустит хотя бы продукцию. Оставит старое свое пюре картофельное на рынке, да? То есть можно будет его тоже покупать. И придумать что-то новое по типу вот такого. Потому что это реально очень удобно. Прям 100%. Так, да, надо же вот так полностью брать, прям размешивать, чтобы хорошенько все приготовилось. Ну, тут явно больше, это 100%. Это я, в принципе, понял еще по этому. По нашему стакану. Блин, продукция Meriven Food Central. Это просто наслаждение. Господи, спаси, сохрани. Такая балдежная компания. Такую продукцию исполняет, конечно. Но злоупотреблять все-таки этим не стоит, как-никак. На 5 минут я таймер поставил. Это, в принципе, дефолтная процедура на 5 минут ставить таймер в продуктах Meriven Food Central. Food Central, да? Тот же Ролтон. В принципе, все, 5 минут пройдет. И мы с вами продолжим. Для вас это, в принципе, доли секунды. Так, продолжаем. 5 минут только что истекли. Я уже голоден, я уже готов это есть. Так, надо соус налить, потом мешать. Да, сначала соус. Нельзя не следовать инструкции. Обязательно следуем инструкции. Что там еще? Не режется. Что это за соус? Какой-то куриный, что ли? Кул соус. Крутой соус. Ладно, добавляем. Какой-то куриный, походу. Хрен его знает. Перемешиваем это все. И, в принципе, готово. Наша пюрешка. Это такой кайф. Это вкуснее всех пюрешек картофельных быстрого приготовления, которые я пробовал. Это 100% информация. Еще и больше. Вот единственная проблема, которая в пюрешке была, любой, это маленькое количество. Маленькая порция. Блин, еще и пюрешка густая. Это очень прикольно. Обычно в последнее время завариваешь какой-нибудь доширак или там еще какие-то, можете глянуть, заключительные мои там обзорчики. Они постоянно какие-то такие жидкие получаются, не знаю. Хотя заливаю все по инструкции.
Здесь я все сделал по инструкции, залил по инструкции. И пюрешка получилась отпадная просто. Не жидкая. Это вкусно. Это тупо кайф. Не, это 100% оценка 5 из 5. С моей стороны. Очень вкусно. Вместе с сухариками. Мне это кайф. Это однозначно мой фаворит. С куриным вкусом. Вкус очень приятный, такой сладенький прям. Еще и вдобавок с соусом. Еще и зелень есть. И сухарики. Мне это 100%. 5 из 5. Это просто новый уровень. Next up, так скажем. Level up. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. И всем пока. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.